Эпидобстановка в Одинцовском округе остается напряженной. Только за минувшие сутки в муниципалитете диагноз COVID-19 был поставлен 245 жителям. Всего же за неделю с 22 по 28 октября было зафиксировано 1525 новых случаев заболевания. Нагрузка на скорую помощь растет. За неделю больше 3000 вызовов. 470 из них завершились госпитализацией больного. Ежедневно бригад в среднем по Одинцовскому округу выводится 31-32 бригады, плюс 5-6 бригад нам дает Московская область, то есть дополнительная помощь нам оказывается. Что статистика вызовов пока не уменьшается, пока она идет высокая. В муниципалитете развернута 1051 койка для больных с COVID-19. В Центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде, в инфекционном и терапевтическом отделениях Одинцовской областной больницы, а также в Никольском подразделении. 969 коек заняты, чуть меньше 100 остаются свободными. Дефицита с кислородом у нас нету, все у нас концентраторы кислородные все заправлены. Пациенты, у которых отрицательные мазки, переводятся в профильное отделение для освобождения коек для ковидных пациентов. Активно в Одинцовском округе идет вакцинация от коронавируса. Первым компонентом вакцины привиты более 168 тысяч человек, вторым – почти 160 тысяч. На сегодня открыто 10 пунктов вакцинации стационарных и один пункт мобильный у нас работает на площади. На выходные дни мы в поликлинике номер один открыли один дополнительный пункт вакцинации в две смены. И один кабинет, тоже он работал в одну смену, увеличили работу до двух смен. Продлили и время работы пунктов вакцинации, чтобы прививку от коронавируса могли сделать как можно больше жителей округа. Ведь по-прежнему это единственный способ защититься от инфекции. Среди больных, которые лежат в реанимации, привитых нет, говорят медики. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».